У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте, здравствуйте! В эфире интернета «Добрый дом». И я его хозяйка Ирина Туманова. Вы видите, ребята, сколько у меня друзей, которые помогают петь мои замечательные песни, читать стихи. А если вы разучите песни и будете читать стихи вместе со мной, будет очень здорово. Смотри, раз, два, три, лесенки, в небе взгляни скорей, раз, два, три, звездочки, вот расцвели в саду, раз, два, три, розочки, я улыбаюсь, мне раз, два, три, весело, дальше пойдем, раз, два, три, вместе мы. И как это замечательно, когда мама, папа, дочка, маленький братишка, наши друзья Мишутка и Енот всегда вместе. Вот ручеек бежит, раз, два, три, я бегу. Вот самолет летит, раз, два, три, я лечу. Дождик грибной будут, раз, два, три, рыжики. Станем читать, раз, два, три, сказки, книжечки. Знаете, что в нашей передаче есть некоторые правила. Либо задания, или конкурсы на лучший рисунок, или же вы рисуете героев песен, или же вы мне расскажете, какие вы знаете игры, где требуется считалочка, где требуется узнать, кто первый, кто ведущий, кто будет прятаться, а кто будет искать. Я знаю две игры. «Казаки-разбойники», или же прятки. Давайте так, в следующий раз вы напишите, какие игры знаете вы, и пришлете мне эти письма на мою электронную почту. Песенка «Считалочка» первая в этой книге, и все ее исполняют по-разному. Во-первых, я ее очень люблю и спела так, как мне хочется. Потом ее спели дети из Крыма. Такой замечательный коллектив «Веснушки». Давайте послушаем, как это у них получилось. Все вместе. С енотом, Мишуткой и песочным человечком. Я пропою тебе раз, два, три песенки. Ты не споткнись, смотри, раз, два, три лесенки. Мне без вини скорей, раз, два, три звездочки. Вот расцвели в саду, раз, два, три розочки. Я улыбаюсь, мне раз, два, три весело. Дальше пойдем, раз, два, три вместе мы. У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины.
стороны, и ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины.